Week three was short. Week four is going to be long, so I'm going to get started. Četvrtaja nedelja. Это неделя конец. 25, 5, 12, 6 декабря, 6 декабря. Я делал изучение языка в течение 2 часа каждый день. Я пытаюсь догнать 12-недельной программе, так что я уже супрежки 4 недели исследования в одну. Я почти догнал. Я смотрел на все, не придется узнать, по крайней мере, один раз. Так что я чувствую, к концу следующей недели я буду погнал. Я также практикуется и даст следующее на русском языке. Мой друзья, мы волны избрать свободу и вечную жизнь, или же рабство и смерть. Размышляя на этот счет, выбор кажется нам очевидным. Почему нам трудно выбирать, в то время как один конечный результат – свобода и вечная жизнь сильно отличается от другого тлена и смерти? У каждого индивидуального выбора в данный момент нет трудного разделения. Сейчас разница может показаться небольшой, даже незначительной, а следствие как разные стороны монеты. Улыбнуться кому-то или нет. Питаться здоровой пищей или нет. Искать Слово Божье или нет. Тем не менее, каждый выбор несет огромную власть, возможность создавать, а также силу, чтобы уничтожать. Каждый небольшой выбор не сразу награждается свободой и вечной жизнью, либо пленом и смертью как непосредственным следствием. Часто новенный эффект, такой как отказ от удовольствия и дискомфорт, даже не соответствует долгосрочному эффекту, такому как радость и самовладание. Мне нравится напоминать себя об усиливающемся эффекте от правильный на повседневный решение, способными казаться малозначительными. Такой эффект возникает из-за бесконечного числа небольших решений, которые мы принимаем
ведет почти незаметно к свободе и вечной жизни, либо к тлену и смерти. Отрезвляющим фактором является то, что каждый выбор является значительным, а также ничей выбор не является окончательным. Мы должны последовательно делать правильный выбор и не изменять себя по мере претерпевания тягот жизни. Мы должны помнить, что если мы сбиваемся, то мы можем начать снова делать правильный выбор. Право выбора возможно и доступно. Мы были наделены и благословлены правом выбирать свободу и вечную жизнь сейчас. Все это я говорю во имя Иисуса Христа. Аминь. Now the English, unless you're saying I have to leave right now, right? Is that what you're saying? That we don't have time to do the English? Fourth week, 2015-12-06. I've been doing language study for 2 hours. I'm trying to catch up with the 12-week program, so I have been cramming 4 weeks study into one. I'm almost caught up. I have looked at everything I will have to learn at least once, so I feel by the end of the next week, I will be caught up. I also practiced and will give the following in Russian. We are free to choose liberty and eternal life, or to choose captivity and death. When pondering this choice, it seems obvious which we would choose. Why is it difficult? While one ultimate outcome, liberty and eternal life, is vastly different than the other, captivity and death, each individual choice in the now does not have as much separation. The difference in the now may seem small, even insignificant, and of no consequence, like the edge of a coin, smiling at someone or not, eating healthy or not, seeking the word of God or not. Yet each moment of choice carries tremendous power, the power to create as well as the power to destroy. Each small choice is not immediately rewarded with liberty and eternal life, nor is captivity and death the immediate consequence. Often the immediate effect, denial of pleasure and discomfort, does not even match the long-term effect, joy and self-mastery. I like to constantly remind myself of the long-term compounding effect of seemingly insignificant everyday choices. This compounding effect is produced through an infinite number of very small choices in the now that lead almost imperceptibly to liberty and eternal life, or to captivity and death. This is both sobering and freeing. It is sobering that every choice is significant, and it is freeing in that no one choice is final. We must consistently choose the right choice and not falter as we endure the hardships of life. And yet remember that when we falter, we can always start making the right choices again. The right choice is both possible and available. We have been granted the responsibility and the grace to choose liberty and eternal life now. I say these things in the name of Jesus Christ.